Замена зажимных профилей. Сейчас мы рассмотрим замену зажимных профилей, их установку на пол, потолок и стену. Изначально все перегородки рассчитываются на зажимном профиле Т40. По желанию его можно изменить. Для того, чтобы это сделать, необходимо перейти в четвертый пункт меню «Глухари, фрамуги». На открывшемся чертеже душевой кабины кликаем один раз с левой кнопкой мыши на тот профиль, который хотим изменить. Допустим, мы хотим изменить верхний профиль. Кликаем на него один раз с левой кнопкой мыши. Верхний профиль программа обводит красным цветом, а в левой части экрана выделяется раздел меню, где можно выбрать зажимной профиль, который нам нужен. Открываем выпадающее меню и видим те профили, которые можно применить в данном случае. Для примера выбираем 076 профиль. Кликаем на соответствующую строку в меню левой кнопкой мыши, и автоматически происходят изменения в чертеже. Теперь в части, обведенной красным цветом, мы видим 76 профиль. Можем заменить 76 профиль на 100. Для этого выбираем строку Т402. Теперь в части, обведенной красным цветом, мы видим профиль 100 мм. Таким же образом можно изменять нижний профиль. Кликаем на него один раз левой кнопкой мыши. Нижний профиль программа обводит красным цветом, а в левой части экрана выделяется раздел меню, где можно выбрать зажимной профиль, который нам нужен. Для примера установим внизу профиль Т15. Общеизвестно, что профиль Т15 можно не только крепить к полу, но и утапливать. Если необходимо утопить профиль Т15, нужно нажать один раз вот на эту кнопку. Нажимаем. Теперь профиль Т15 утоплен в пол. Для того, чтобы добавить профиль «Стена-стекло», переходим в пункт «Стены» и нажимаем на вторую слева иконку «Использовать зажимной профиль». Этот профиль можно изменять таким же образом, как и все остальные. Кликаем один раз левой кнопкой мыши на профиль «Стена-стекло». Программа обводит выбранный профиль красным цветом, а в левой части экрана выделяется раздел «Меню», где можно выбрать профиль, который нам нужен. Таким образом производится замена зажимных профилей.